कितना बता रहा हूँ आप लोग गिन नहीं रहे हो ना। यहाँ पर शिक्षा देते हैं हम जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं मतलब ये कितने योजना में है जो देवता को भाग्य में देने का जो भाग्य हमारे भाग्य में होता है ये तीन बता रहे हो। जब заработал в Каштарах Махарадж, рассказывает Бхагавад Катху первый день. Если со звуком проблем, пожалуйста, напишите. И Бхагавад говорит, что для того, чтобы вот, чтобы получить нектар, Бхагавану приходится приходить в четырех воплощениях. उसको सामने अग्नि चक्र, उसको सामने लोहे की चक्र, इसको पार करके कहीं जाकर के अमृत तुम्हारे हाथ में आएगा। लेकिन इतने दुर्लभ अमृत भी देने पर श्री सुखदेव गोस्वामी Круто, потому что амрита очень редкая вещь. Это редкая амрита, это редкий нектар. Когда полубоги пришли и попытались Шукадеву с вами поменять харикатху на нектар с райских планет, то Шукадеву с вами он отказал. Он сказал, что нет, я не поменяю. Почему? Потому что харикатха гораздо реже, чем редкий нектар с райских планет. Да, это катха, и она недоступна даже на Брахмалоке. Что откуда вы пришли, чтобы послушать Шримад Бхагават? Кто-то из Асама, кто-то из Силигури, кто-то из Карнапура, кто-то из Баров, кто-то из России даже. Итак, мы все приехали издалека, чтобы послушать Бхагавата. Но на самом деле это не очень большое расстояние. Если это катха организована, если где-то происходит катха, и Господь Брама знает об этом, то он в Брамалоке отправляется, где-то как где Брамалока. Это сколько планетарных систем выше? Сколько миллиардов километров? И здесь говорится «дхай». «Дхай» значит «бегом». Если у нас есть какой-то, мы можем от чего-то выгоду получить, если нам сказать, что мы сегодня лакрупи получим, то мы побежим просто туда, в это место. Поэтому если человек знает, какой пользу он получит от Бхагавад-гатхи, как бы будет ценить это место, а польза от Бхагавад-гатхи, она неоценима просто. Поэтому Господь Брама бежит на катху. Он идет со своей супругой. Он говорит, да, вставай, быстренько, собирайся. Это не то, что... Не то, что я буду сейчас краситься, одеваться, прихорашиваться. Нет, он говорит, быстрее, быстрее, бежим.
ब्रह्म लोक से आते हैं, ब्राह्मण होने वाले तो गोस्वामी जी कहते भैया ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, बोले कैलाश कहते ये कैलाश में भी ये भागवत कथा कहती कैलाश लोक में भी नहीं, Бхагавад Катха недоступна даже на Кайлаше. Туласидас Госвами говорит. Госвами Джи говорит, наверное, слышали Рамаяну, когда Шанкара и Парвати хотят послушать Сри Катху, что они делают, они прямо с Кайлаша приходят сюда. Вы, наверное, слышали Рамаяну, когда Шанкара... Но каков результат? Харихатхи человек получает дарши. Итак, Бхагава даршан, как плод Катхи. Когда он шел обратно, что он увидел? Он сказал, о, это плод Бхагавата. Где Господь? Вот Катхи. Господь присутствует там, где Харикатха. Катха, Котхай, где? Господь присутствует там, где рассказывает Бхагаватам. Итак, Шанкар, Парвати, Господь Шанкар и Парвати, они увидели, как Господь Рамачандра страдает в разлуке. Когда Ситу украли, он ходил от дерева к дереву, и в полубезумном состоянии он звал его: «Сита, где ты?» А... И там был недалеко Ашрама Риши Муни. Почему Господь Рамачандра плакал недалеко от Ашрама Риши Муни? Какой урок в этом? Урок в следующем. Когда Ашрама Сита, Господь Рамачандра, они отправились в ссылку, то Сита служила. Очень сильно Рамачандре, когда Брахмачарьи увидели, что о, Сита столько служила Рамачандре всеми своими умениями, всей своей молекулой. И Брахмачарьи тогда подумали, а, наверное, нам не нужно быть Брахмачарьи, лучше мы будем грехасками, у нас будут такие же хорошие жены. И они тогда подумали. वो जाते समय वो अहल्या पहनी हुई थी पत्थर, और भगवान राम का चरण स्पर्श होते ही वो पत्थर भी गिर गई ना है। इसलिए हम क्या करेंगे जिसको गोरी स्त्री наступил на камень, который был Ахелья, он освободил ее. उसको काली काली पत्थर ले जाएगी, और जिसको सावर्ण बनने की स्त्री चाहिए कैश लेकर के प्रभु राम के चरण में स्पर्श करेगा। И они думали, что мы тоже мы возьмем камни, эти камни, если мы хотим белую, светлокожую, мы возьмем белый камень, коснемся стоп Господа и получим белую жену. А если темную кожу жену хотим, мы возьмем темный камень, коснемся стоп Господа, получим темную кожу жену. И Господь Рамачандра, как Триями, он знает, что в сердцах преданных, они уже в сердцах этих риши, которые были в этом храме, он знает, что
что они уже себе жен выбирают, хотели приказ Хашим, и тогда Господь Рамачандра разыгрывает эту лилу. Он ходит и ищет разлуки, показывая, что даже он, Господь, Верховный Господь, не сможет чистить свою жену и увеличивает проблемы. Именно поэтому он возле храма громко звал: «О, Сита, о, Сита, где же ты?» Так, Шанкар и Парвати тоже, когда хотят послушать катху, они с Кайлаша приходят в материальный мир. Только в Кадхана недоступна ни на Сварке, ни на Кайлаше, даже в Вайкунтхе она недоступна. Если прийти на Вайкунтху, вы не услышите красивую катху Кришны. Как Кришна танцует, они сразу поднимают Гираж Гавархан, Вену Гиту. Нектарную катху, Кришна катху, не найти даже на Вайкунтхе. Поэтому тут всегда все говорит. कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी
Так он считает, что вы что? Вы даже пробудите, слушайте. Возможно, послушать Катху в раю. Я стою прямо на Брамалоке. Он не настолько удачлив слушать Катху там. Даже на Кайлаше это недоступно. Хватает удачи. И даже на самой Вайкунте. Поэтому все они оставляют рай, Кайлаш, Вайкунтху, приходят сюда. А вы, чтобы прийти сюда, пожертвовали чем-то? Ну, не особо. Мы считаете, находимся почти дома и просто совершаем моление в Витаре Харикатхи, поэтому вы очень-очень удачливы. जितने ये देवता लोग कथा सुनने गए थे ब्रह्मा जी शंकर जी आप देखो ये कभी अकेले नहीं गए ये सबके सब जोड़े जोड़े गए अगर पत्नी गए तो पति को लेकर के और पति गए तो पत्नी को लेकर बोले कि И еще хотел добавлять, что Рама Шива, они не, когда идут слушать катху, они не в одиночку идут. जब देखो गीता रामायण माला लेकर बैठेगा तो कोई काम काम नहीं है अगर पति अगर कथा में जाएगा तो पता चलेगा जीवन क्या है भगवान ने जीवन दिया क्यों फिर पति भी भजन करेगा पत्नी भी после слушания харикатхи муж придет и на катхе он узнает, что нет смысла в этой стране жизни совершать баджан. И муж будет в отречении, тогда что тогда семья рассыпется, или жена пойдет и послушает, что жизнь посвятить полностью баджану и сделает это. И тогда они придется расстаться. А если они приходят вместе, муж и жена, тогда они вместе погрузятся в баджан, вместе поставят с собой эту цель. Поэтому правило таковое, что все личности возвышенные приходят со своими супругами. और जो सत्संग करेगा उसका फल क्या है रंग तो चढ़ेगा भजन करेगा अभी ये राजा क्या करता था जीवन को नष्ट नहीं करके 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन में लगा रहता था लेकिन पत्नी से ज्यादा बात नहीं करते थे अभी पत्नी तो बड़ी नाराज है पता नहीं मेरे पति को क्या कर दिया ये बाबा ने जब देखो माला भागवत была против своей и она думала, мой муж просто промыли носки. На самом деле все эти цветы их разрушали, всеми они сбили с толку моего мужа. Она оскорбила святого. Она позвала, тогда решила, я отомщу ему. Она позвала проститутку. मेरे पेट में बच्चा आ गया बताओ ये बच्चे को मैं क्या करूं इतना बोल दो तुम्हारी रत्न से मैं तुम्हारी झोली भर दूं я сказала поговорила её что-то публично скажи я беременна и от этого садку я беременна таким образом она должна была привлекать его и этот садху проводил Бхагавад Бхагавад когда проститутка приходит на это собрание и говорит я беременна от тебя что мне делать теперь? И тогда этот святой был очень возвышенным. Я был обычной личностью. Очень возвышенной личностью. Он никак не среагировал на все преданные, которые сидели там. Особенно царь. Что это за святой? Так вот, у него внебрачные связи, Катху рассказывает. Но царь все же верил в нее. И тогда царь позвал проститутку, позвал к себе, достал саблю и сказал,
Ты пригрозил ему. Говори правду. Или я убил тебя, он прям при всех пригрозил. И она испугалась, говорит, я не виноват на самом деле. И это твоя жена, твоя супруга. Царица, она проговорила. Ты стал слушать катху, ты понял, зачем человеческая жизнь, что это не для чувственных наслаждений. И поэтому ты стал слушать баджан. И стал меньше уделять времени своей жене, поэтому... Поэтому она приревновала тебя, но она-то не знает, в чем это важность баджана. Поэтому она вот подговорила меня, чтобы я сказала это. И тогда царь сказал, это все святому, а святой говорит, это на самом деле твоя ошибка. Почему? А святой говорит, это потому что ты один решил, потому что жену свою не взял. Надо было брать жену с собой. Если бы мы вместе пришли в сатсангу, мы бы вместе начали совершать баджан. Поэтому каждый день ты должен привозить жену на харикатху. И царь стал так и делать. Поэтому из этой истории было такое, что в одиночку не нужно ходить, нужно приглашать своего супруга или супругу. Тогда вместе будет совершать баджан. और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। देखो हम लोग 7 दिन तक ये भागवत कथा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं Итак, все слушающие Бхагавад. Некоторые люди говорят, зачем нам тратить свое драгоценное время, чтобы слушать Бхагавад? Мы могли заработать какой-то там, не знаю, лишних денег заработать, например. Почему нас слушать Бхагавад? Бхаджи Гопи, Шрима Садхарани, говорят, они описывают плод, который человек обретает, слушая Бхагавад. Говорит, что нет другой активности, которая была столько, приносила столько блага. Польза от Бхагавад гораздо больше, чем от всей другой деятельности. Шримати Радхарани в Гите говорит, например, что кто слушает Бхагавад, он обретает 8 бонусов, 8 плодов. Сегодня я вам скажу, а завтра я спрошу у вас. Я проверю, кто расскажет приз, да я дам приз. Итак, первое благо, которое получает Шива. Гопи говорят,
कथामृतम इफ्तार पार्वती को ये अमरनाथ में उन्होंने ये अमर कथा सुनाई, इसलिए कथा आती है। एक समय श्री नारद इस हिस्टोरिया कहीं सत्संग सुनने के लिए गए थे। Когда Шанкара он отправился на сатсангу, то Нарада пришел на Кайлаш. माता पार्वती अकेली थी, लेकिन тогда माई पार्वती встретилась с Нарадом. क्या आपस में लड़ाई लगा रहे? नहीं, ऐसे नहीं भैया, नारद की कृपा के बगैर अभी आ दैत वशव говорил, что Парвати будь осторожен, потому что Нарада всегда свои проблемы. Его зовут Нарада. Тот, кто никогда не падает, он всегда успешен. Итак, Нарада, очень много его критикуют. Итак, когда Нарада пришел на Кайлаш, у него какая была цель? Он хотел проявить Шримад Бхагаватам. Он только сказал: «О, Матаджи, все ли хорошо у тебя?» Спрашивает Парвати. Так говорит: «Да, все в порядке». Нарад говорит: «О, Матаджи, когда я смотрю на тебя, мне очень грустно как-то». Он говорит: «Почему?» Когда говорят женщины, они не могут переварить недосказанность. Очень интересно. И тогда Нарада, она говорит: «Почему?» Он говорит: «Да ничего, кстати, как бы ничего важного, ничего страшного». Он говорит: «Нет, нет, ты скажи». И он тогда говорит: «Знаешь, что твой муж сам Шанкаром любит другую. Есть другая, которую он все любит. Мужчина может переварить информацию, но женщина не любит, когда муж любит другую». Какое доказательство? Когда Шанкара пришел назад, он говорит: «Ты как бы вот проверь своего мужа». Вот когда он придет, ты спроси у него, вот это гирлянда черепов, чьи черепа. И таким образом Нарада оставил интригу, создал и ушел. И тогда Парвати погрузилась в ман. И когда Шанкара пришел, тогда мать Парвати, она стала по-другому действовать. И так каждый день она, когда муж приходит, она мыла ему стопы, они проводила ему арати, предлагала просад, садилась рядом. Но Шанкара приходит, этот раз никто не встречает, никто не ухаживает, никто не заботится. Говорит: «А где же Парвати?» Они говорят: «О, Нарада пришел, что-то сказал». И после этого Парвати, она ман ушла. Тогда Шанкара приходит и в комнату хочет дотронуться, а та руку его отбрасывает. И она говорит: «А, я думала, ты просто сердечный, Боли Баба, а ты лицемер. Ну-ка, отвечай, чьи черепа у тебя на шее висят? Я слышала, что ты любишь другую». И Шанкара говорит: «На самом деле, твои черепа мои, мой на месте, моя голова на месте, как это, как твои шеи не оказались?» Подошел и говорит: «О, Парвати, ты не знаешь о своих прошлых рождениях. Прошлое рождение, ты была сати. Твой отец, когда не пригласил меня на собрание, а ты отправилась на это собрание без меня. Он устроил яги и не пригласил меня, а ты поехала без меня. Ты разгневалась на такое неуважительное отношение твоего отца ко мне и сожгла свое тело. Это был один случай, когда ты оставил свое тело. И вот в этот раз я взял твой череп и повесил себе на шею». А она говорит тогда: «Шива, я думал, что ты... Главное, я думал, что ты обманщик. Может, ты такой огромный, большой обманщик. Скажи-ка, почему это ты живешь вечно, а я умираю постоянно? Какой ты нектар пьешь, что ты вечно живешь?» Шанкара говорит: «Тогда я обрел эту
Говорит, это потому что я слышал Бхагаватам, я с тех пор бессмертен. И тогда Парвати сказала, я тоже хочу бессмертия, расскажи мне Бхагаватам. Как ты так? Ты вечно живешь, а я умираю. И Шива сказал, да, хорошо, я буду рассказывать тебе катху. Но я, когда буду говорить, я полностью погружусь. Поэтому, чтобы обратную связь от тебя подтверждать, получать, ты, пожалуйста, говори. लेकिन उनका जो जय देते हैं ना हमारे बंगला में कहते हैं जय भगवान श्री प्रस्तावन हम जो जितने भगवान की जय देते हैं जय खाबे हम बोलते हैं गाले एक बार जोर से बोलो फिर से चुप श्री भगवान कथा मृतम की Далее говорят, что чем громче ты прославляешь Господа, тем громче ты будешь сам прославлен. И в Амарнатхе Шанкараджи начинает рассказывать Бхагавату. И тогда Парвати, она слушает и так говорит, да, да, продолжай. Но когда Шива начинает рассказывать про мукти, то есть, ну, когда очень различная харикатха, то люди слушают с интересом, а когда катха полная татва, то они засыпают. Поэтому Парвати, когда пришла философия, она Шива начала рассказывать, как пересечь океан материального существования, то Парвати она заснула. И, но по милости Господа, на дереве, под которым он рассказывал катху, был попугай. И тогда попугай подумал, если Парвати уснула, то Шанкара перестанет слышать харикатху, потому что она уснула. Поэтому я так буду сейчас тоже говорить, ага, ага, чтобы тот не останавливался. И когда Шива закончил, Катхон сказал «Банки Бихари и Джай». И Парвати просыпается, «О, как это, я проспала?» Шива говорит, «Как ты проспал? Ты же не спала, я все время слышал от тебя». «Да, да, да, окей, окей, продолжай». Чтобы совершать баджан, у вас пять вещей должно быть. Обращать внимание на пять вещей. То есть, если мы о чем-то мирском там слышим разговор, то человек может, если ему интересно, он слушает внимательно, а Бхагавад на Бхагавадгите засыпает. Однажды, даже такая история была, царь не мог уснуть, у него была бессонница, и он просился к садху, говорит, как решить проблему. А тот говорит, у меня проблема есть, этот святой говорит, я, это, ты садись, я харикатху буду рассказывать, ты точно заснешь. Но кто может слушать харикатху? Тот, кто собрал огромное число благочестия и поступок, миллионы, миллионы жизней, а тот имеет доступ к харикатхе. Грешник не может слышать харикатху, так это просто получить доступ. Поэтому Шанкара говорит, сатсанга тидурлабха. В этом материальном мире, то, что она вообще редкая, в этом материальном мире доступна она, все равно очень редкая, очень-очень редкая. Очень-очень редкие души получают доступ к ней. И еще меньше людей имеют вкус к ней. Поэтому, когда этот святой начал рассказывать харикатху, царь начал слушать. Греховный человек не может сидеть на харикатхе. Он за свою основу. Такое чувство, как будто он гири к ресницам подвесили, он заснул сходу, на месяц заснул. Тогда, когда царь проснулся, говорит, о, я хорошо выспался. Итак, вот эта история в том, что греховный человек спит на катхе. Почему?
एक दिन इस जाओ महाराज बड़े दुखी हो गए थे या महाराज की बेटियों ने कहा पिताजी आप दुखी क्यों हो त्रिजने однажды он расстроился это был три дочери и он говорит эти святые они проповедуют Бхагавад Гиту и поэтому люди начинают совершать баджан они отправляются на Вайкунху и никто не приходит вот. И те дочери сказали, хорошо, мы исправим ситуацию. И он тогда младшую дочь попросил, говорит, хорошо, ты вот где Харикатха идет, отправляйся туда, и у тебя особое здание будет. बोले मैं तो सो गई थी बोले मैंने तो कथा पूरी कर दी शंकर जी ने देखा ये कथा नहीं अमर कथा है कृष्ण अर्जुन को जब दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कृष्ण क्या कहते हैं अंतिम समय में Женя, переводчик отвлекся, поэтому история не закончена. Потом уж скажем. Так, Кришна сказал Арджуне, Надбхакта, он сказал, то знание, которое я тебе передал, не давай, не передавай грешникам, в смысле, непреданным. Капиладев тоже говорит своей матери, мама, Харикатха не отлично от меня, Харикатха не отлично. Не рассказывай обо кому, рассказывай только тому, у кого есть вера. और इसको जो श्रवण करेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा तो प्रत्येक смерти а если демон услышит если он бессмертным это очень опасно поэтому ज्ञान को छुप करके ये ज्ञान किसी ने छुप करके सुने इतने में शंकर जब देखा и он тогда начинает искать кто же это да вдруг это демон он смотрит попугай да я должен убить его इतने में शंकर जी Когда Шанкар взял свой трезубец и побежал за попугаем, за Шукадевом. И оттуда прилетел Бадрикашрам. В это время Вьясадева, он также рассказывал Катху, его жена Ватика, она тоже расслушала с открытыми глазами и ртом, очень внимательно. И тогда Шукадев принял маленькую форму и влетел в рот в ней. И Шива прибегает, а где попугай? И тогда Сидев спрашивает, о, Бали-баба, ты за кем гоняешься? Я тогда говорит, вот, пока я услышал Харикатху, и я теперь должен убить его. Тогда Сидев говорит, ну, как ты его убьешь? Он же уже обрел бессмертие, он же услышал Харикатху. Шанкар говорит, да, точно, он же уже бессмертный. И тогда Шанкар говорит, попугай точно особенный. Он не может быть обычной птицей. Обычный попугай. Он не может внимательно слушать Бхагаватам 7 дней. Он очень удачливая душа, благочестивая. И он просился в медитацию, когда я увидел, что он увидел. पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांत गगन रहस्य पाले निकुंज प्रसाद सदा निवासे तुमने देखा ये तोता जैसे भगवान जब अयोध्या से आए थे जैसे पूरा अयोध्या को लेकर के आए लेकिन जब गए प्रभु जी पूरा अयोध्या को लेकर गए लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को छोड़ कर गए थे Когда Рамачандра пришел с Аюдхи, он пришел со своими спутниками. Он а когда он зашел, он оставил одну личность Прабху, Ханумана оставил. И он сказал Хануману, Хануман, если ты тоже уйдешь, то кто будет проповедовать? Поэтому, пожалуйста, останься здесь на земле и проповедуй о Бхакти. И таким образом, это Кришна
он ушел из Кремля, он оставил здесь попугая. И Шукадева, тот сказал: я тоже хочу пойти с тобой, вернуться, хотя буду без тебя здесь. Но тот сказал: ну, если уйдешь, то буду проповедовать бхакти. Прия Шукасри Присавану Джая, попугайчик Шримати Радхарани. Он всегда участвует в них уже лила, созерцает в них уже лила. Наши госвами говорят, что у Шримати Радхарани три попугая. И у них разные задачи, разные люди служат по-разному. Например, Радхарани получает разные задания. निकुंज प्रसाद सदा निवासी निकुंज महल में जो रहने वाले तोता जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके कभी कभी उनकी आनारकी दाना खिला करती थी और उनको बोलते थे बोलो तो कृष्ण कृष्ण श्रीमती राधारानी она говорит попугая гранатовыми зернышками и она говорит скажи Кришна Кришна и он повторяет Кришна Кришна однажды Радхарани, она чувствовала очень сильную разлуку по Кришне. Кави Карнапур, она описывает это. Он написал очень хороших четыре шлоки, которые говорит: о, я люблю Шрима Сундара. Шрима Сундара необычная личность. Он мастер всей вселенной. Мое сердце попугай должен был этот шлоку рассказать, пересказывать. Викшакшан — это тот, кто один раз услышав, он сразу запоминает. Этот Викшакшан, он услышав шлоки от Шримати Радхарани, он их сразу запоминает, и у него задача полететь на Дагаон. И встретиться с Кришной. Он садится на дерево и начинает киртан. Попугай поет, кирта, повторяет эти шлоки, которые Шримати Радхарани учил. Кришна услышал и он очень удивился. А голос такой же, как Шримати Радхарани. Кришна думает: а где Радхарани? Откуда она здесь появилась, как она пришла сюда? И смотрит: о, это попугай. И он подзывал попугайчика, тот пришел.
उसने एकदम स्लो चार लाइन श्लोक उन्होंने बड़ी सुंदर उन्होंने श्लोक सुनाया ये попугай снова повторил эти шлоки. Кришна удивился. А попугай говорит на санскрите голосом Шримати Радхарани. Очень круто, очень хорошо. И он тогда Кришна сделал очень красивую клетку, попугай туда посадил. Тогда Радхарани думает, а где попугай делся? Почему его нет до сих пор? И она попросила Мадурика Шакти. Она говорит, можешь помочь найти попугая моего? Когда одна пришла на Дагава, и она увидела, Кришна кормит попугая зернышками граната. И тогда этот сам Мадхурика Сакхи говорит, Шимасундар, это попугай моей с вами, Шримати Радхарани. Кришна говорит, но это... Кришна говорит, ну, он прилетел из твоей руки, сел на мою руку, тебя я считаю, что теперь это мой попугай. А та говорит, ты, твое имя Кришна, Каршавати Кришна, тот, кто все привлекающий. Тот, кто привлекает всю Вселенную. Имя, формы, качества, деяния. जो एक बार तुम्हारे हाथ में बैठा जाए बैठ जाए और तुमको इतने प्यार से उसको हमारे खिलाना खिलाओ इतने लाल लड़ाओ Кто тогда перелетит с твоей руки на нашу руку? А Кришна говорит, если он на твою руку перелетит, то это попугай. Ваш попугай. Разве появится такое желание к нам вернуться? Она говорит. Кришна Кавираджа Госвами говорит, посмотрите на красоту Кришны. Он настолько красив, что даже Лакшми. Она оставляет твою куртку. Совершает аскезы на Билване. Просто Лакшми, своя Нарайан, когда он услышал о красоте Кришны, оставил Вайкунтху. Он когда Вражендра, когда мы говоришь, Кришна, сладость игр Вражендан, Кришна тоже привлекается, Кришна, сам Кришна привлекается собой, когда он в Двараке, он привлекается своей красотой, да, когда он в Пури, он тоже привлекается своей красотой, сам Кришна пленен своей красотой, что уж говорить о других. Кришна своем Акришна ужасе, बोले भैया ये कौन है इतने सुंदर कृष्ण अपना परिचय को देकर कहे इतने सुंदर कृष्ण कब ने राधा रानी बना ये रूप तुम्हें कब आलिंगन कर कौन बोले कृष्ण स्वयं कृष्ण смотрит на свое отражение в колонии хрустальной и думает когда я стану Шримати Радхарани когда я смогу обнять Кришну, пережить сладость объятия Кришны. Поэтому приходит к Кали Кришнане Махапрабху. Одна из причин. Та красота, которая посетила Шримати Радхарани. Три причины, почему Кришна Чайтанья Махапрабху приходит, чтобы познать величие любви Шримати Радхарани, чтобы понять, за какие качества она любит его, и чтобы посредством его жизни счастье ее. एक बार जो तुम्हारे हाथ में बैठे और तुम उसको इतने प्यार से उसको आना रखी दाना खिलाओ वो कभी तुमको छोड़ सकता है बोले भैया तुम जाओ रास्ता देखो Поэтому Мадхурика Сакхи говорит, ну, попугайчик сидит у тебя на твоей руке, все привлекающий, Кришна, ты все привлекающий, ты их кормишь ее гранатами, зернышками граната, разве он вернется к нам? И тогда Сакхи отправилась обратно к Шримати Радхарани и говорит, все, Кришна его забрал себе, когда Шримати Радхарани расстроилась, она пришла и пожалась маме Яшоде. И тогда она говорит, хорошо, Кришна пойдет пасти коров, мама еще на горе. Когда Кришна уйдет пасти коров, я вам отдам его. А Кришна ушел и собой попугая взял. И тогда они снова сказали маме Яшоде, о, этот попугай очень дорог наш с вами.
И тогда Кришна вернулся, то мама еще забрала, да, и передала Кишоре. И так, этот самый попрощик, он услышал Шримад Бхагаватам от Шанкары и прилетел. Попал в чрево Ватики Шнивесадева. Итак, Шанкара, он создатель Бхагаватам, рассказчик. Шанкара говорит, это он все навидел в медитации, что это любимый пугачик Шримати Радхарани. И тогда Шанкара сказала, все, моя жизнь началась с успехом, если Шукадев услышал мой рассказ Бхагаватам. И гопи говорят, эта харикатха очень мангалам, благоприятна. Йоги, а йоги говорят об этом, что Бхагават-катха дает бессмертие Майя Парвати. Вот там Наваратри, все поклоняются Мате, Мате Деви. Но Мате Деви сама говорит, что я бессмертие обрела, когда я услышала Бхагават-катху. Все, кто слышали харикатху, они обрели бессмертие, плод бессмертия. Так, вот второй пользы, которую получает человек, от слушания Бхагавата. Итак, второй плод. Там-то джива. Мы все страдаем в этом материальном мире. Несчастливы. У кого-то проблем. У кого-то нет денег, у кого-то нет здоровья, у кого-то нет красоты, у кого-то нет славы, у кого-то кого-то беспокоит родственники и так далее. Только те, кто совершает бхакти, они по-настоящему счастливы. Когда вы слушаете Бхагаватам, то вы забываете о всех ваших домашних проблемах. Потому что, слушая харикатху, человек сидит на коленях у Господа. Итак, Таттар Живан, второй плод. Третий Каби Бхагаватам. Кто говорит, кто рассказывает харикатху? Необычная личность. Господь сам рассказал харикатху в форме чатушлок Бхагавата. Бхагавата, то есть произведение, которое сказал сам Господь. Бхагавата нам катхайти Бхагаватам. Бхагавата катхайти Бхагаватам.
इसलिए भागवत ने तीन अर्थों को गोस्वामी बताए जो साक्षात भगवान बताने के लिए первое, और जिसमें भगवत Иисус Господа, второе значение, которое описывает преданный Господь Нарада, Прохлада, Раджаваси, все не Бхагавата. Бхагавата тут описывает Махабхагаву. Кали Виридитам, Брахма вам услышал это знание от Нарада. ये व्यास देव ने कथा सुनाए और व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को दिया आदि प्रामाणिक सवाल नारद जी नारद व्यास देव तो सुखदेव गोस्वामी तो सूची गोस्वामी अपना पास में कोई नहीं रखा ये कथा तो सबने बांटा सब को दिया और कथा ऐसे नहीं है कृष्ण सब ने передавали дальше ये जगत में अगर कोई धन दौलत का दौलत कम हो जाए कथा настолько особенная что Чем больше я проповедуешь, тем больше, чем больше ты ее раздаешь, тем больше ты сам предаешь. В материальном мире, если мы что-то отдаем, то мы теряем. А нет. कभी भी रीड इतना मतलब कल का काम कथा कथा से क्या होता है जितने भी पाप है सारे पाप हमारी नष्ट हो जाएगी भागवत कथा सुनने से जो बड़े से बड़े पाप है जो पाप नष्ट होने वाले हैं वो भी भागवत कथा से ही ये नष्ट हो जाती है मतलब कलमस अपाम श्रवण मंगलम इसको सुनने से क्या होगा मतलब जीवन में मंगल ही मंगल होगा कभी जीवन में И человек обретает жизненный успех, благую удачу. И Шри – это значит, Шри значит красоту, богатство, удачу, по сути, все. Да, значит, его материальная обусловленность будет разрушена. И кто-то открывает благотворительные организации, сады и так далее, эти больницы. Но кто-то рассказывает Бхагаватам, является самым великим меценатом, Гопи говорят. Наши Пашот Прабхурада Мадхари, они спонсировали Катху. Они спонсировали организацию этой Катхи. И Шримати Радхарани сама говорит, что тот, кто делает так, тот, кто развивает как бы изучение Бхагавата, то величайший меценат. Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare Hare,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कभी ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा, कभी ये दो पुराण में आती है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद। स्लावा भागवत महिमा के पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, दो पुराण है। कभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ व्यास देव का अंतिम ग्रंथ है। जब उन्हें सारे ग्रंथों पर तो इस श्रीमद् भागवत की последняя книга Васудева, то есть еще записал все веды, Панишады, эти хасы, потом только записал Шримад Бхагавату. Но остальные 17 пуран, слава, чего это может быть известно, если существует это описание, но откуда в писании, которое в Пуранах, которое написано было ранее, Шримад Бхагавата, прославляется Шримад Бхагавата. Шримад Бхагавата сами говорит, на самом деле, Ясадев, он не написал книгу, не он написал эту книгу, потому что эта книга, она вечно существует, Шримад Бхагавата, вечно существует. Вот он сейчас самадхи увидел это. Потому что Бхагаватам она вечна, так же, как Кришна говорит Арджуна. Не думай, что я тебе впервые рассказываю тебе Бхагавад-гиту. Я уже передал науку Сурья-деву, затем знание было утрачено. Снова я тебе рассказываю ее. Поэтому это Бхагаватам Грант. Кришна говорит. Если на земле зрять без Божия, я прихожу, чтобы играть спорщиков и порадовать святых, моих преданных. Господь приходит как Матсья, спасает веды, затем как Бурмадев, держит на себе Парвати, как Нарисимхадеву, Вахирани Кашипу, Вамана Аватарио, Сандарьи Сапарсине, Бали Махараджу, затем как Рамачандра убивает Равана. Это вечные люди Господа. И поэтому Бхагавата тоже вечная. Поэтому то сознание этого мира не то, что Господь не существовал. Господь вечен. Рупа Госвами Бхагават говорит. Все хамы, аватары, они вечны. Они просто в нужный момент проявляются в нужном месте. А так они существуют всегда, одновременно. Господь приходит, всегда присутствует на Голоке Вриндаване. И когда Он приходит сюда, Он приходит сюда, когда люди приходят, там возникает желание. Также Шримад Бхагавата нам да, приходит. Время проявится Шримад Бхагавата, и просто проявляется. Поэтому прославляй Шримад Бхагавата, Шримад Бхагавата, Тапатрая Винасая, Си Кришная Баям Нума. Я Мангала Чарна Слог Ме Кате Нума. И Джо Нума Сабда Хе, Бхагаван Ке Чарна Ме Сарнагати. Так Мангала Чарани, он предается кому? Предается стопам Господа. Оставит против всю гордыню, предается Господу. Что он говорит? Перечисляет шесть плодов, шесть результатов. Форма Господа, какая она? Сачидананда. Сатсва, Гьян Сваруп, Ананда Сваруп. Бытие, знание, блаженство. Аджива Амриси Сипутра.
живые, частички Господа. Дети Господа. Поэтому все качества Господа частично присутствуют в живе. Кто хочет умирать? Никто. Когда коронавирус был, все попрятались по комнатам, боялись уходить, был карантин, никто не хотел умирать, поэтому все прятались. Почему не хотим умирать? Потому что Господь Царь Сварух, а мы Его частички, и Он вечный, мы тоже хотим быть вечным. Почему мы хотим быть красивыми? Потому что Кришна красив. Вот даже человек, когда ему 100 лет исполняется, в зеркало смотрит и начинает использовать там, крема всякие. Там. Потому что чтобы быть красивым. Итак, то есть да, это, даже если человек второй, да, это сальбит ее, Господь вечен чит, затем он знание. Мы видим в это время, мы тоже, мы все стремимся к знанию, мы не можем просто не интересоваться ничем. Однако, как Маджикьяса, также Господь, Он стремится к Ананде, к счастью. Третий аспект, да, Ананда. И мы также ищем счастье, но часто его не находим, потому что не там ищем, ищем материально. Итак, स्त्री को साथ में कृष्ण नाम लिया. स्त्री मतलब श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी के बगैर он предается не только просто Кришне одному, а Кришне Сварупа Матери Радхарани. Потому что किसका नाम लेते हैं? Кришна не может быть Радхарани без Кришны. Вриндаване все говорят Раде Раде. सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं. क्यों? कि कृष्ण खुद कहते हैं Почему же все вражи говорят имя Радхарани? Потому что Кришна говорит, кто-то хотя бы скажет «Ра», то я уже начинаю думать, как этому человеку относиться, потому что я не знаю, как относиться к этому человеку. Я начинаю беспокоиться. И Кришна тогда смотрит на все вселенные, что же дать этому человеку. Адами Бхакти, Адами Бхакти, я даю ему максимум, что я могу дать ему, Уттама Бхакти. А если человек говорит «Ха», еще да, «Ра», «Ха», то Кришна говорит, я просто бегу за этим человеком. Thank you.
श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अकेला महापुरुष जय सो अज्ञानी. Все такое говорит Кева Мадава, Боже Суагьяни. Тот, кто поклоняется Кришне в одиночестве, Богу Кришне, вечно сохранит, тот Агьяни, невежественный. Если вы хотите наслаждаться Бражарасой, хотите Бражабхакти, то Кришна Гуру предупреждает вас. अगर किसको ब्रज भक्ति अगर कोई पाना चाहते हो ना, बोले भैया ऐसे व्यक्ति से सावधान रहा करो जो अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं. जो अकेले कृष्ण को पूजा करते ऐसे व्यक्ति की संगत हमें नहीं करनी चाहिए. और विशेष करके हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है ना, विशेष करके श्री राधा रानी के पक्ष लेने वाले Итак, наши противовайшнавы, они всегда находятся на стороне Шримати Радхарани. Они говорят, Радхигадаси уходит в мане. Тот гордится своим. Как достичь Кришну быстро? Если ты считаешь, если ты гордишься положением служанки Шримати Радхарани, то ты очень быстро придешься с Кришной. Итак, Шукадев Госвами, когда рассказал Бхагавату Парикшиту, и тот Парикшит Махарадж принял форму Сакхи и отправился на Галоку, непосредственно на Галоку, напрямую. Питама Брама, он был очень удивлен этому. Парикшит Махарадж ничего не делал, просто слушал Харикатху. Мы думаем, что мы просто сидим здесь, слушаем, но на самом деле нет. Иннавады Бхакти, 9 Ан Бхакти главный. Главным является Шраваном, первым является Шраваном. भजन उससे कहते हैं जब संपूर्ण मन को हम विषय से हटा करके जब भगवत चरण में लगा दे, तो वही तो साधन भजन तो यही ना. और क्या जब ठाकुर जी के चरण में लग जाए, Бхакчин, это значит, что когда полностью нет материальных желаний, и ум полностью погружен в баджан, это все в Кришну, это настоящий баджан. Но когда мы сидим на катхе и слушаем катху, мы разве, у нас гораздо меньше слушаем о другом, мы просто слушаем Бхагавату внимательно. Также Парикшит Махарадж полностью погрузил в слушание Бхагавата. Таким образом, легко достиг Господа. Поэтому первое ангел Навада Бхакти это Шраванам, слушание. Тот, кто слушает внимательно, искренне, то он и киртан будет совершать очень хорошо. А если человек не слушает, соответствующим образом, то и киртан у него будет неважный. Поэтому Господь Брама очень удивился, насколько просто Парикшит Махарадж достиг Господа. И он тогда взял весы, одну чашу весов, положил всю благочестивую деятельность во Вселенной, а на другую чашу весов он положил результат слушания Бхагавата. जगत का जितने सत्कर्म रखा था वो सब के सब हल्का होकर उठी ऊपर उठ गया. ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा के सामने जगत का कोई भी पुण्य भागवत कथा перевесила сразу же, поэтому никакая благочестивая деятельность во Вселенной не сравнится с слушанием Бхагавата. Почему? Потому что Бхагаватам это сам Бхагаван Бихари, сам Кришна. Никто не может сравниться с ним, уж тем более превзойти его. Потому что Кришна, он хозяин всего, он хозяин всей Вселенной. Веды, Пураны, Деви, все поклоняются стопам Кришны. Потому что Кришна несравненный, ничто не может сравниться с ним. Так, поэтому нет ничего лучше деятельности, чем слушать Бхагаватам. Господь Брама хочет, чтобы Бхагават Кадхани прерывно звучал на Брамалоке. Брама
11 Махарджан, Нарада также, Чатурсаны также, великие личности. Непрерывно они слушают Бхагавад-катху. Шаунакади риши, он спросил вопросы. Сказали, Господь Нарада от Брахмы получил знания. Почему семь не понадобилось Чатурсанам? А почему они рассказывали семь? Однажды Нарада путешествовал повсюду и не чувствовал удовлетворения. लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ गए देखा कि जो कली है ना किसी को नहीं छोड़ा कली गृहस्थों को नहीं छोड़ा संतों को नहीं छोड़ा धाम में गए все погружены поражены кали वहाँ पर भी आक्रमण करने बैठे थे अभी जैसे काशी विश्वनाथ जन्मस्थान स्वर्ग पुण्य तीर्थों को तोड़ फोड़ करके तसनस कर रहे हैं ये कली को देखा все места атакованы мусульманами, все святые места, Матхура, Врадж, Айодхи и так далее. И тогда хорошо отправились во Вриндаван, это сердце Шримати Радхарани. Вриндаван — это необычное место. Что Господь Брама говорит в Брама Самхите? ब्रह्मसेवमानं गोविंदं मादिपुरुषं तमहं भजामि जो दिव्य वृंदावन धाम है यदि यहाँ का वृक्ष Итак, это трансцендентный Вриндаван. यहाँ का पानी नहीं है अमृत है. Каждое дерево здесь как вовремя вода, нектар. Если человек каждое слово как песня, что ли, шаг, то танец. Все коровы Камадео. Да, он там. Но Вриндаван не все говорят рады, рады. Так, Вриндаван Дхама. Так, где Господь оставил отпечатки своих лотосных стоп, которые дают смерти. Когда он пришел на Ямуну, что он увидел? Нарада придумал, да, он отправляется во Врадж, видит, что Кали-юга везде, он приходит сюда, во Врадж, видит, что на берегу Ямуны молодая девушка и два рядом пожилых человека. И все плачут. बड़े भाग्य से तो आपका कहीं दर्शन मिला И Нарада уже собирался, святой, он как бы, видит, что там спор, да, ну я пошел отсюда, я ухожу. И она, когда эта женщина, это была Бхакти Деви, она говорит, о, Нарада, подожди, я Бхакти Деви. А эти два пошлых человека, которые лежат здесь в полусознании, это мои дети, Гьяны Вайрагья. ये सर्वतंत्र स्वतंत्र की भक्ति थी इसलिए भक्ति रे भाई नही भक्ति ही भगवान का जीव को ले जाती है भक्ति रे भाई दर्शयति भगवत दर्शन कौन भक्ति भक्ति रे भाई भक्ति की महिमा इसलिए अहम भक्ति लेकिन ये जो दो बच्चे है ना ये ज्ञान और वैराग्य में दो बच्चे два ребенка ज्ञान и वैराग्य यहाँ पर हमारे संत लोग कहते हैं Святые говорят, почему бхакти, два ребенка, гьяны и вараги? Потому что гьяны и вараги не могут дать бхакти. Гьяны и вараги не могут нас привести к Господу, поэтому они не могут быть старше бхакти. Бхагаван
потому что Господь обретается только по милости Господа. Я, нигде на Невараге это нельзя сделать. Я. Есть три вида. Так, Падартх, там Падартха и Джива, Брахма и Гьян. От Джива, Брахма и Гьяна, Гьян о том, что душа едина с Господом, она вредна. Другие два вида Гьяна, знания Тат Прадан, Тан Прадан, знания от Живы, знания Господи, они вредны, они полезны. Вредна только имперсональная концепция. Поэтому что мы же тоже Гьяной занимаемся, тоже слушаем Бхагавата. Кришнадас Кавираджи с вами говорит. भैया ये ज्ञान तो होनी चाहिए अगर ये ज्ञान नहीं होगा ना वो कहते तीन तरह का संत है उत्तम मध्यम और कनिष्ठ बोले ये तीनों का क्या लक्षण है जो कनिष्ठ जो संत है भक्ति तो करते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ कनिष्ठ святой Он совершает бхакти, но оно нестабильное, оно несовершенное. Мадьяма бхакта, святой, он сам свое садхана у него искреннее, но других он не может увлечь. А уттама это тот, кто сам искренне практикует совершенно, и других тоже увлекает совершенно. Философскими заключениями далее. Итак, знания, несмотря на то, что есть разные виды знаний, некоторые из них, вот, Джива, Брахма и Гьян, она вредная, остальные полезны. Итак, пока мы же приходим сюда и мы изучаем Гуру Татву, Вайшнава Татву, Гуру Татву. Если, если у садхака нет философской базы, знания Татвы, то его положение будет шатким. Нестабильным, кто-то придет нам, скажет какие-то аргументы, и ты не сможешь их опровергнуть, у тебя возникнут сомнения, можешь оставить практику. Поэтому знания нам тоже необходимы, но как бы вот это «Тан Падан Хвьян» и «Тан Падан Хвьян». Если человек, и второй, теперь «Вайраги», чтобы обрести бхакти, нужно быть иметь отречение от мира, чтобы не привязаны к миру. Вот как Рупа Госвами, Санатана Госвами, они оставили свои позиции министра, премьер-министра, министра финансов, и, оставив все, пришли под дерево, не дал совершать бхаджан. Потому что если у вас есть какие-то привязанности, то вы не сможете совершать бхакти, чистое бхакти. И более того, к этой вайраге, нужно, чтобы добавилось вишеша. Настоящий вайраги — это что? Вайраги, да? Вайрага, то есть вишеша-рага. Высшая рага, привязанность к Кришне дает настоящее отречение. Итак, поэтому Гурдев говорит, если вот, вывод из этой истории, что Бхакти Вира. Я родилась в Южной Индии, потом я выросла в Гуджарате. Но, в Гуджарате я состарилась, потому что раньше Гуджарат был очень материалистичный штат. Если там человека видят с тилакой, с пенсималами, они смеялись бы над ним. Это когда у тебя что за тилак, это тебе птица накакала на лоб. И они просто шутили, издевались над преданными. Так в Гуджарате было. Но сейчас... Если вы посмотрите самые хорошие преданные, не самые хорошие преданные, в Гуджарате. Почему? Потому что великие святые родились там. Тукарам, Нарисимха, Валлабха Ачарья, Виталанатх. Святые родились там, поэтому... Если... Чистый преданный родился где-то, в Писании говорится,
जब इनके दृष्टि जितने दूर तक तो उनको दृष्टि जाए, सारे अमंगल को दूर कर देते हैं। जहाँ वो चरण से नृत्य करे, это место становится очень благоприятным, все неблагоприятное уходит. Земля чувствует себя великой, да, счастливой, если на ней родился святой. एक भूत कहीं बाहर गया हुआ था, एक संतन जब शरीर छोड़ा उसी जंगल में उनकी दाह संस्कार की गई। देखो संतों की दाह संस्कार में कितने शक्ति है। जब संतों की दाह संस्कार की गई ना, पूरा जंगल में इसको धुआं सारे जंगल में गया, लेकिन वो शुद्ध संत थे। जितने भूत थे संतों की जलने पर जब धुआं लगा तो संत को संत उधार, सारे घर भूत सब उधार हो गए। Я так понимаю, насколько я слышал, то когда короче, там сошли то ли тело святого, и от этого запаха все привидения, которые были в лесу, они все получили освобождение. Но одно привидение, его не было в тот момент в этом лесу, оно пришло и смотрит, где же вся моя семья получила освобождение. И он тогда пришел вместо кремации и стал кататься в зале этого святого и тоже получил освобождение. इसलिए गुजरात बोले मैं तो वहां आकर के मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बोले कहाँ बूढ़ी हो गई? बोले मैंने गुजरात में आकर के मैंने बूढ़ी बन गई। आप कृपा करके Поэтому Бхакти сказала, я постарела, когда пришла душа, пожала болезнь, милость на меня. Нарада говорит, Господь защищает. Он убирает все неблагоприятные, все проблемы. Она говорит, ну когда я пришла сюда во врач, что я помолодела. И она говорит, пролей, пожалуйста, на меня милость. Сделай так, чтобы мои сыновья помолодели, потому что они наоборот, они, когда я пришла сюда во врач, они постарели. И Нарада начинает цитировать там шлоки всякие. Гиту, Панишаду, то они как бы очнулись, потом снова упали. Что такое Бхагавад-гита? Это песня Господа, из уст Господа. Даже от слов Господа они не смогли обрести освобождение, то есть не смогли помолодеть. В Бхагавад-гите 18 глав. Там 6 глав о карме, 6 о гьяне и 6 о бхакти. То есть гита — это не чистое писание, то есть не писание полностью, а чисто бхакти. И Нарада, как бы у него нет вариантов уже, как им помочь. И он спрашивал, вдруг пошел советоваться с другими святыми. И он пришел к четырем кумарам и спросил, что же делать. ददामि बुद्धि युगम तम जनमा उपजाति ते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर सचमुच से अपना कृष्ण говорит о Арджуна, если ты хочешь из глубины сердца обрести меня, то я дам тебе разум для этого. Дадами Бхагавад Гита. Если из глубины сердца ты хочешь достичь меня, я даю им это знание. Даю им разум как Друг Махарадж. Он из глубины сердца позвал, и тогда Господь отправил к Нараду Муни. Итак, Чатусваны, они говорят, они спросили Нараду, что случилось. А тот рассказал им всю историю. Он говорит, а ты помнишь ту историю, когда... Сейчас ты забыл, что когда Ведавья записал все веды, не был удовлетворен, ты сказал ему записать Бхагаватам. Поэтому ты сам, когда цитировал шлоки и Упанишады, ты говорил Бхагаватам, рассказывал, ты говоришь, нет. Что такое Шримад-Бхагаватам? И что-то говорится, что
Бхагавата — это сенс всех писаний. Это комментарий на комментарий Брахмакаятри, объяснение Веданта Сутры. Объяснение Брахмакаятри, комментарий на Веданта Сутру. Ты чтобы ощутить вкус манго, ты же не, чтобы манго попробовать, ты же не будешь жевать кору или листья. Таким же образом и Бхагавата. Чтобы ощутить вкус бхакти, нужно попробовать Бхагавата, потому что Бхагавата — спелый плод древа Вед. Гамма-калпа-тарор. Поэтому ты должен произнести Шримад Бхагаватам. И она говорит, а почему вам самим не рассказать Бхагаватам? Я говорю, хорошо, Харидваре мы на Нанату Хате проведем Бхагаватам. И там в Харидваре святые стали спорить. Харадвар и Харидвар. Те, кто поклоняется Шанкаре, говорят, Харадвар — это место, где поклоняются Хари этому, а те, кто поклоняются Господу Кришне, те говорят Харидвар. Двар значит врата. То есть Харидвар это врата и Шиве Господу и Господу Кришне. Они тогда устроили Бхагавад Саттаху в том месте, куда могли бы прийти домохозяева, гхасты и отрешенные. И они выбрали место Анантхат. И пришли святые с райских планет, с Брахма Локи. Все реки, все святые места Йодха, Майя, Каши, Канчи, все пришли, чтобы послушать Харикатху на Касте Ришу. Сам захотел. Каждый дом приглашал всех. Знаете, что вообще Чатурсанка рассказывает Харикатху? Поэтому вы очень удачливы, что у вас такая возможность. Обязательно приходите. И боги, они были очень счастливы. И когда было Бхагаватам. कहीं एक कथा हो रही थी लेकिन लोग तो कम थे साधारण लोग लेकिन वो जो संत बड़े पहुंचे हुए संत थे जब वहां पर पहुंचे ना देखा सारे так место где Бхагаватам организовано. Там было очень мало людей, но там было много людей, но святые видели, что там присутствовали все полубоги, риши, райские планеты и так далее. Там место, где звучит Бхагаватам, из обителей, 6 миллиардов святых мест во Вселенной, всей Вселенной. Вселенная находится там, где звучит Бхагаватам. Сута Госвами говорит.
पृथ्वी के सारे तीर्थ में हम स्नान करना चाहते हैं, बताओ संभव ना? Yes, Leah. Здравствуйте. Слышите, смотри, не во всех сфер мозга, это возможно 6 миллиардов. Сута Госвами говорит, самый легкий процесс это... जो व्यक्ति भगवान की कथा में स्नान करते हैं, समझो यहाँ बैठे बैठे छह अरब तीर्थ में स्नान कर दिया, इतने महिमा कभी तो देवता लोग प्रसन्न हो गया ना, और जयकार करते हैं और जयकार करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा मृता में की पता चले भैया दोहरी मत में कथा बता, इसलिए जब वहां पर स्वयं भक्ति और उनके दो बच्चे भी कथा सुनने के लिए आए, बोले भैया हमें भी कोई स्थान दो, बोले आपका स्थान है, वास सुन ज्ञान वैराग्य, इतने भक्त बैठे हैं ना, इनके हृदय में आपका स्थान है। अभी भक्ति देवी सभी के हृदय में बैठी गई, भक्ति देवी कौन है, हम जो राधा रानी को ना इनको भी भक्ति देवी कहते हैं, अब भक्ति देवी से तुलसी देवी को भी Радхарани это Бхакти Деви, Толстой также Бхакти Деви. Мы когда повторяем пранам мантру Туласи, Кришна Бхакти Прадая Деви, Сатья Вати Намана. Та, которая дает Бхакти Деви. То есть, кто послушает Катху, тот становится обителем Бхакти. Сердца слушающего становятся обителем Господа, обителем Бхакти. सदा सेव्यां श्रीमती भागवती वार्ता जस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चितं समासये, यदि जो श्रीमद् भागवत कथा को सदा सेव्यां सब समय की कथा को श्रवण करने चाहिए, ее нужно слушать постоянно, просто слушая Бхагаватам, Бхакти Деви поселится в сердце. И так Чудусан, они рассказывали Бхагаватам, когда с Галоки пришли божественные чита. और जैसे जैसे कीर्तन हो रहे थे ना, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के अनुरूप बड़े सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर नृत्य कर रहे थे, बोले गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल Thank you.
थे वहां पर जितने लोग थे वहां तक ही जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे ये भागवत कथा के प्रभाव से सब भगवत गति प्राप्त हो गई। अभी श्री नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी ने पूछा और कोई आगे कथा सुना सकते हो अगर ऐसे पाप कर्म कोई किया हुआ हो जिसकी किसी तरह से जिसकी उद्धार नहीं हो, अगर कोई प्रेत जगी में अगर भी चला गया क्या ये भागवत कथा से उनको भी सदगति मिल सकती है? तब चतुष्ने वाले क्या बोल रहे हो, जब भागवत कथा से भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत गति, भगवत धाम की प्राप्ति, पाप से Нарада извинился, о, это Бхагавата Кхана, даже это изображение, привидение, да, что сами сказали, оно позволяет создавать самого Господа, и она позволяет обрести Господа кому угодно. И вот эта вот история о Гокарна и Дундукаре. हरे कृष्णा। इसलिए आप लोग सब जानते हो कि आप तक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी घर में Давайте еще одно время говорить. Мало гурудев еще остается, но давайте еще послушаем эту историю. Был один браман, Атмадев его звали. У него все было. Вот все хотят родиться в браманческой семье. Он был рожден в браманческой семье. Достаточно. Знания. Он был очень образован. Во всех браманических обязанностях он был экспертом. Все хотят жениться на красивой жене. Его жена Дуля была очень красива. Все хотят денег. У него также было достаточно много денег. Все, что человек, все, о чем человек стремится в материальном мире, все Атмадев имел, но он не был счастлив. Гурдев говорит, если у вас есть все в материальном мире, но вы важно совершаете, вы не можете быть счастливы. Госвами Тулсидас говорит, हरि भजन न भगवत ये सिद्धांत अपे। इसलिए भले ही ये जगत में भले ही रेती को पीस करके तेल निकाल दो, भले ही पानी को मंथन करके घी निकाल दो, भले ही आकाश में फूल खिल जाए, भले ही बांझ का बेटा हो जाए, भले ही खरगोश के सींग आ जाए, भले ही कछुआ का पीठ पर बाल उग जाए, अगर कोई बोलता है हम भगवान की भजन नहीं करते बड़ी खुशी है, लेकिन गोस्वामी जी कहते मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। Тулсидас говорит, я поверю, что и сбивая воду можно получить гир, сбивая с песок можно получить масло, и что цветы могут вырасти просто в небе. В этом может когда-нибудь случиться, да, я могу предположить, но я не поверю никогда в жизни, что человек, не совершая бхакти, может быть счастливым. Итак, Атмадев, он был кармаканди, у него было все, но не было счастья, потому что он не совершал бхакти. जो पैसा है ना ये लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की। लक्ष्मी अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लग रहा है ना, ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है, केवल कोशिश करके पैसा इकट्ठे करते रहो, वो पैसा भी घर में सुख शांति नहीं। Просто человек из жадности собирает. Если अगर पैसा है, तो सत्कर्म में लगाओ. अब सबसे बड़ा सत्कर्म है, если у человека есть деньги, то нужно использоваться в садхарме. Бхакти की किसी काम में लगाओ, क्योंकि पैसा लक्ष्मी то, что Атмадев был много денег, он не был счастлив.
इतने अपशकुन को अगर देख लिया तो बोले सवेरे सवेरे इसकी मुंह देख लिया तो दिन भर हमारी बुरा जाएगी। Стало так, что очень много всяких стало неприятных вещей случаться у него дома. Господь тогда, когда пришел к нему, когда милость, он посылает святого к этому человеку. И этот Атмадев встретил святого. И тогда говорит, у меня все есть, но я несчастлив. Я повел дым, потому что у меня нет сына. Тогда святой говорит, нет, это не поэтому ты несчастлив, потому что совершил имя Чандракету Махараджа, Сагар Махараджа. У них были дети, много детей, ничего, они были счастливы. Сын не сможет дать тебе счастье. Я вижу, что у тебя не будет детей ни в этой жизни, ни в тем следующей жизни. А ты говорит, о, я так несчастен, что у меня нет сына в этой жизни, а ты хочешь еще 7 жизней. А тот говорит, а почему ты это Гопала считаешь своим сыном? Просто считаешь, что он твой сын. И служи ему, будешь ты, обретешь настоящее счастье. Одна Бульма, одна женщина Мужлая служила Гопалу, жилого Раджа, Кришна Чакратакуру говорит. Тот, кто служит Такур же, ну, всю жизнь, то когда человек состарится, Такур же будет служить человеку. Поэтому он говорит, что считай Господа, да, этот святой говорит, считай Гопалу своим сыном. Представляешь, что если у тебя нет сына, ну ты расстроишь, что его нет. А если у тебя есть сын, он тебя не слушает, все наперекор делает, вся твоя жизнь будет полна несчастья и страданий. Поэтому если Господь не дает тебе сына, ты счастлив этому, что у тебя нет сына. Те, кто совершает бхакти Господу, у них нет недостатка. लेकिन गृहस्थ जीवन का सरस जीवन है, पत्नी बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती है, बच्चे पापा पापा मामा मामा और मीठी 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 तोतरी तोतरी बोली में बोलते हैं, हैं? इसलिए कितने आनंद रसमय जीवन संसार है, बोले रसमय जीवन संसार है, बोले ये जब तक थप्पड़ नहीं खाएगा ना ये समझेगा नहीं, ये ज्ञान से नहीं समझेगा, बोले ले तो उन्होंने पेड़ से एक फल लेकर के मंत्र पुत्र करके दे दिया, बोले पत्नी को खिला देना। И тот никак не верил. Поэтому он говорит, нет, это очень хорошо, когда у тебя дети и так далее. И тогда святой подумал, ну хорошо, он пока сам не испытает это, он не поверит. Поэтому... Он тогда провел ягью и дал ему результат. Плод. И он тогда взял этот плод и говорит, ну, плод съешь, да, свою жену она съест, но это действительно. И тот так и сделал, мы доходим. Он говорит жене, вот если я принес этот плод, Дунли, ее звали Дунли, Дунли значит невежество. Она никогда не слышала святых, славянных святых. И... Шивада Госвами 16 лет провел в чреве у матери, а 9 месяцев уже, то есть она говорит ему, в ответ говорит, ну как, я не хочу детей, потому что я слышала, что вот
женщина страдает, она становится некрасивой. А если нападут эти воры, то как я убегу? Вообще, я слышала, что бывает, что когда с вами, он 16 лет жил в чреве матери. И как? А если у меня то же самое будет? Поэтому, говорит, я не хочу, не хочу беременеть. मेरे पति को कितना पैसा दे दे, अभी मैं गर्भवती गर्भधारण की हूँ। सचमुच से संत जो फल दिए, ये फल क्या सही ना गलत है, उसको गैया को खिला, गैया को खिला दो। И она тогда пошла к своей сестре и сказала, вот, у которой недавно родился ребенок, и говорит, ты дай мне, я тебе заплачу денег, а ты мне дай своего сына воспитание, я скажу, что это мой ребенок, что это я родила. А этот плод мы отдадим корове. Она выбросила этот плод корове, показала неуважение святому. И когда ее сестра родила, то есть она была беременна тоже уже на пост срока, и когда она родила, то там взял ребенок, то, что она родила. И тогда она говорит мужу, ну вот у меня ребенок родился, но молока нет в груди. Ну понятно, это не ее ребенок был. И тогда она сказала, моя сестра родила ребенка, но он умер, но все же у нее есть молоко, поэтому я давай, что попросил, я прошу, чтобы моя сестра кормила нашего ребенка. А Мадев говорит, ну хорошо. И это же яблоко, этот плод дали корове. И корова тоже родила ребенка. И так как корова большие уши, то родился мальчик с большими ушами. Поэтому мы звали Гокарна. И теперь вот Мадева два ребенка. Удивительно, ребенок появился обычно, и корова родила тоже мальчика. शौच क्रिया के बाद में जैसे मिट्टी से हाथ साफ करते हैं, जब उन्होंने जहाँ से मिट्टी उठाया ना, देखा वहां पर एक ढक्कन निकला है और देखा एक कलसी है और कलसी में हीरे जवाहरात भरा हुआ। वो तो बड़े संत थे, बोले राम 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 राम, सवेरे सवेरे माया की दर्शन होगी। आकर उसको पत्नी को ये सारे बात बताए। ठीक उसी समय में कुछ चोर चोरी करने आए थे, वो घर को बाहर बैठ करके सारी बात को सुन रहे थे। चोर बोले बड़ा बेकूफ है, हीरे जवाहरात की उन्हें कलसी को छोड़ करके आ गया, अच्छा हुआ हमने सुन लिया, हम जा करके ले आते हैं। Человек пошел совершить большой в туалет, и потом, когда руки мыл песком, то он откопал этот горшок с драгоценностями. И пошел жене сказать, что я это нашел драгоценности. Туда, и когда они пришли, они увидели, что в этом горшке там змей. हीरे जवाहरात था उसके अंदर में, लेकिन वो संत संत के लिए, विषयी लोग के लिए नहीं। जब उन्हें छत को फेंका ना, वो फट गई कलसी, मिट्टी का कलसी, घर घर में हीरे जवाहरात बिखर गया। बोले भैया ठाकुर जी हम देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं छपर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। बोले कोई बात नहीं, हम तो छोड़ करके आ गए थे, अगर वो आप ही आप आ गया ना, लक्ष्मी तो नारायण की ना, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, सारे संत सेवा करो और दुखी दरिद्रों का सेवा करो। इसलिए यहाँ पर बोले दोनों का संतान, अभी दोनों बच्चे बड़े हुए, एक संत का आशीर्वाद और एक संत का भोग लेना। Буду параллельно рассказывать, что, что если Господь что-то дал, хочет кому-то дать, то этот человек не избежит, точно так придет, так иначе гуру сами принесут. Также Мадев тоже такой был, такого настроения. Он подумал, что то есть, ну хорошо, если Господь послал ребенка, хорошо, я буду как бы воспитывать. Тот, который от коровы родился, от плода, который святой дал, был очень благочестивым, религиозный.
А тот, который я сестра родила, он был очень демонической природы. Совершал много грехов, там проживал, очень много дома воровал, убивал и так далее. Я наверх, поэтому был очень расстроен. Он подумал, что да, этот святой мне предупреждал правду, что если сын у меня будет плохой, он может принести только страдания. Тундукари, он даже бил своего отца. सुखं मस्ति विरक्तस्य मुने रिकांत जीवनम् पिताजी हम ये मत समझो स्वर्ग के इंद्र बनने पर सुखी होंगे नहीं पूछो जाके इंद्र को अगर थोड़ी सी कोई तपस्या की आप думаете что इंद्र счастлив इंद्र также несчастлив если кто-то совершает маленькую аскезу хотя бы то इंद्र начинает волноваться चक्रवर्ती राजा को भी सुखी नहीं आप बोधि बजाकर पूछो कितने सुखी आप तो चैन में खा लेते हो तो सोया नहीं भी आती है पोस्ट вот вы можете пойти на ред работе спросить у него спокойно ему спится либо нет поэтому счастье 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 только муни те которые медитируют на Господа те которые мы которые знаем Господа все счастливы सारे आसक्ति को छोड़ो छोड़ करके संतों का संग करो यानी कि अनुगत्य में भागवत का दशम स्कंध को पढ़ो ये स्नेह माया ममता को छोड़ो संत संग में रह करके поэтому оставьте всю безотную маю просто слушай вот эту песню Бхагавад будешь сам сам ты когда ты будешь Бхагавад में कि ज्ञान को प्राप्त कर तो जीवन में धन्य हो गया लेकिन घर में कौन मैया एक दिन मैया खूब पिटाई की इतने पिटाई की मैया को Тундукари, он мать любил, тоже очень сильно, и она покончила жизнь самоубийством. Он привел шесть проституток, да, он убил отца, далее. Хамари пас ми че беси ай. ये चक्षु करना नासिका जीवा जो त्वचा है ना ये छह बेसिया बेसिया किसको कहते हैं जो अपना पति का छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष को पास में जाते उसको बेसिया कहते हैं Штука проститутка это так, которая оставляет своего мужа и живет с другой, с другим. Почему шесть здесь? Потому что, насколько я слышал, человек свои органы чувств и ум. इसलिए हमारे पास हमें छः छः बेसिया इसलिए हमें материально погружает, то это как проститутка, то есть как проститутка себя ведет, предает Господа шестью способами, там, речью, слухом, умом и так далее. Таким образом, проститутки жили с ним и думали тогда, когда-нибудь люди придут наказать его, они нас убьют, поэтому давай мы его раньше убьем. И они... देखा प्रेत बन कर बैठा हुआ बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया बोले भैया मैंने इतने पाप किए मेरे नाम पर सब बार получилось они пытались задушить меня не умирал они взяли и стали его бить горящими палками так или иначе они мучительной смертью убили и он стал привидением в этом доме А Гокарна был в полном числе. И он, когда вернулся, то пришел в этот дом, и тогда это привидение Тундукари сказал Гокарне, что освободи меня, я очень греховен, ничего не помогает, освободи меня. И тогда Гокарна организовал Шимат Бхагавата 7 дней. Бхагавад мечтал, и его брат, привидение Тундукари, он получил освобождение. Вопрос возникает. Там другие слышали Бхагавад, но только за Тундукари пришла колесница, чтобы давать освобождение. Ответ следующий. Это потому, что он слышал с очень большим жаждой, с очень большой жаждой. Остальные не так слышали. Вишвас. Нужно иметь веру в сильные слова. Мне нужно иметь полную твердую веру. Но очень удивительно, что мы до конца не верим. Мы верим в всякие фильмы там и так далее. जो झूठ मोटी चीज को तो 3 घंटा बैठ कर देखेंगे
Там полная иллюзия, полная небылица. Мы смотрим это все. Так, это Бхагавад-гатха. Это необычная вещь. Она изошла из уст Господа. Поэтому нужно иметь полную веру в это. Что значит, кто-то говорит, совершая бхакти, мы должны пять вещей, вот в начале катхи были, пять вещей обращать внимание. Пять врагов у нас есть, лай, вишья, пратипати, кашай, расасвада. Лай, засыпает человек. Слушай харикатху. Недостаток. Затем. बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की बात उनकी आंख खोले. अभी देखो कथा तभी कोई कथा कर कहा सकते हैं जो सामने व्यक्ति सुन प्रवाजिल फिर वक्ता तो बनते रहेगा. बोले भैया ये रोज सामने आकर बैठता है. स्पीकर когда перед внимательным слушателем. Еще когда вы с вами говорили без остановки 7 минут, почему вы спрашиваете, кто раньше слушал без остановки 7 минут? А, это продолжение этой истории, когда этот человек привозил дедушку, своего дедушку привозил, и этот спикер спрашивает, а чего ты как бы привозишь сюда? А тот говорит, он мне под веру платит, чтобы я привозил его и спал. А тот говорит, я тебе 4 буду платить, если ты будешь его привозить и не давать ему спать. Говорит, ну, хорошо. И так они сделали. И... Тогда молодой Путин, ну, будет дедушку. Старик не может уснуть, как бы, и тот старик спрашивает, что ты меня будешь? Электр по 4 рупии. Итак, первое, это лай, что нужно контролировать, да, или когда человек повторяет мантру, начинает повторять. Часть занимает, просто же человек начинает вспоминать мантру, засыпает. Итак, первое, недостаток, это лай. Затем викшепа. Викшепа — это все хорошо, все правильно, все нормально. Человек повторяет харинам, но ум его беспокоит. Еще не дочитал. Чапати остывают уже. И он такой беспокойный становится. Несмотря на то, что все вроде в порядке, но ум все равно не... не хочет повторять или слушать. Затем раз расслада, третье, это как? Летает в кино, там ум путешествует. Говорит,
Барда Махараш, ты есть следующий, Абхинивеш. Барда Махараш, ты есть следующий. Спас олененка и три жизни потратил зря. Поэтому если вы пришли совершать бхаджан, нужно отвлекаться на всякую всячину. Нужно его зафиксировать в Вриндаване, Шрима Тиртхарани. Потому что иначе, если у вас здесь какие-то другие интересы во Вриндаване, то Шрима Тиртхарани не позволит вам находиться здесь, она выбросит вас отсюда из дхамы. Вы не сможете помочь Шрима Тиртхарани. Она находится в сердце каждого. То есть, заглядывает в сердце каждого. И она все знает. Поэтому если приехали в Вриндаван, то всякого лицемерия, всяких других интересов, пустить бхаджан. Знаешь, как Такур говорит, эти пять вещей нужно, нужно эти пять врагов победить, чтобы совершать бхаджан. Есть правило слушать Такур. И тогда Гукарна сказал, что хорошо, он сказал, потому что вы слушали, то есть Дундукари получил освобождение, а вы нет, потому что сенсировали, слушали, короче, искренне. Давайте следующий еще раз прочитаю Бхагавад Гиту, и вы слушайте внимательно, как мы сделали, и получили освобождение. Хануман. Он все время приходит перед Катхой, если Дарама Катха приходит, то он первым приходит, кланяется всем, очень уважительно, со слезами на глазах, внимательно слушает Катху. И когда все уходят, он последний уходит. И перед этим он кланяется. Итак, все слушали Катху очень внимательно, уже второй раз. Сейчас вы внимательно слушали Катху на Катху. Старайтесь вспоминать. То есть вы руками что-то делаете по хозяйству, а вспоминаете то, что слушали. А, это он с каким наставлением сказал. Итак, иначе все они получили освобождение. Вы все также послушали Хари Катху. Кто хочет отправиться, не так-то просто, потому что как только дело придет, то сразу много дел появится. О, у меня жена еще, у меня дети еще, у меня дела и так далее. Поэтому пока у нас не будет полностью с полной искренности, да, то есть безраздельного бхакти, то, ну, прелестница, то есть, ну, Господь не заберет. Правар и авар. Правар. Правар великая, авар это значит низкая. А, слушатели бывают четырех видов. Великие четырех видов. Первое. Хамса, как лебедь. Лебедь, он легко отделяет молоко от воды. Также и хороший слушатель. Второе, как слушатель, как шмель. Вам этот шмель, он садится только на цветы, собирает только нектар. Третье, хороший слушатель, это как попугай, у него особое качество в том, что он не будет есть никакой испорченный фрукт, он будет только самый сладкий с плотом выбирать, поэтому нужно слушать всячину, слушать глубокую катку. Не нужно увлекаться материальными сплетнями. Затем четвертое, это как рыба,
मछली का मछली का जो कभी छपती नहीं, एकदम खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुना? Она всегда у нее все глаза открыты, поэтому можно также Бхагавату слушать очень, очень внимательно. Пятый. Чаток, если это чаток. Которая пьет воду только из звательной шатры. То есть, ну, когда с неба вот особая накшатра, созвездие, идет дождь, тогда только тогда она пьет. Очень старательно. Затем плохой слушатель, тоже первая категория, это гурун. Гурун это просто, который повторяет чему, тупо повторяет. А этот человек просто слушает, но не следует. А следующий верблюд. Верблюд нормальный вид не ест, а только кактусы ест. Люди, которые люди не слушают Бхагавад-катху. Интерес, всякий сплетни слушают. Но это как кактус. Следующее. Это бык, плохой слушатель, если вы ему дать какое-то супервкусное блюдо, либо сухую траву, он и то, и то примет. Поэтому человек и тот плохой слушатель, и тот, и тот принимает, и то, и то, как бы, ну, и он работает. Может, избирательное слушание. Четвертое, это берия. Шакал. Он атакует, когда олень заслушался какого-то мелодичного звука. Они тогда приходят и говорят: «О, то есть...» Они сами, а это последний, другой звук слушателя, они сами слышат других хороших приказов. И катха сама по себе бывает четырех видов. Тамасичная, рачичная, сатвичная и нирвана. Жасичная это что? Все круто организовано. Сатвичная. तामसी कथा कहते हैं, जैसे सात दिन तक कथा हो रही है, कभी सुने कभी नहीं सुने, कब मन लगा कभी मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम कर आ गया फिर बैठ गया, इसको कहते हैं तामसी कथा। लेकिन ये सही कथा क्या है? श्रीमती वार्ता, जिसने अपना जीवन वही भागवत बना दे, मतलब नियम करके भागवत ग्रंथ को घर में नियम करके जो गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, कोई सद ग्रंथ संतों का चरित्र हो, следует, जो नियमित करके अपना घर में человек, रोज रोज जो कथा पढ़ते हैं, कहते भागवत का एक श्लोक ने आदि, आदि ने आदि से अगर आदि भी कहीं पर ये भागवत का श्लोक होना, तो वहाँ पर साक्षात ठाकुर जी का निवास होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बहुत बढ़िया धन्यवाद। हाँ, हम लोग जो कथा है ना, हम चार से लेकर के सात तक कथा सुनेंगे। आज तो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन इनको कल से कोशिश करेंगे 7 बजे कथा को हम विश्राम से देंगे। ठीक है, एक भजन सुन लो। वृंदावन के वृक्ष को और मर्म न जाने, कि वृंदावन के वृक्ष को मेरा मन मेरा
त्यागी हो गया और वृंदावन की गलियों वृंदावन की गलियों मेरे वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल हो गया Yeah.